Монета 5 копеек 2001 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 5. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Слева внизу и справа растительный орнамент. Две переплетающиеся ветви с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, соотношение сторон медальных, в центре поля монеты отчеканено рельефное изображение Георгия Победоносца, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Под геральдически левым передним копытом коня, то есть правым со стороны наблюдателя, отчеканена мелкая буква «М», знак Московского монетного двора. Ниже указан год чеканки, дата 2001. Слева и справа полукругом надпись «Банк России», обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты гладкий. Изготовлена монета из стали, лакированная мельхиором. Магнитными свойствами обладает, ликнет к магниту. Весит монета 2,6 грамма. Диаметр 18,5 мм. Нормативная толщина составляет 1,45 мм. Вот на гурте просматривается стальная основа, видите? Чеканили монету на Московском монетном дворе. Также 5-копеечные монеты чеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе. Здесь должны быть буквы СП. Московская монета стоит десятку, средняя цена. Санкт-Петербургская монета, средняя цена тридцатка, 30 рублей. Стоимость монет с браком. На монете перед вами, которая на фото представлена, имеется очень редкое сочетание нескольких браков. Сильный сдвиг заготовки, а также двойной удар. Стоимость таких 5 копеек 2001 года начинается с 2-3 тысяч рублей. Перед вами на фото монетный брак. Чеканка этих 5 копеек выполнена на нестандартной заготовке. Для производства был использован кружок меньшего размера, который предназначался для 1 копейки. Такая монета оценивается в несколько десятков тысяч рублей. На этой монете брак выкрашен штемпеля. Брак совпал с копытом коня, сделав ему продолжение в виде когтя. На аукционах такая монета достигает 300 рублей по стоимости.